О, господи, он за диваном! О, нет, Ребекка, бежим! Ребекка, блин. Реально какие-то странности с пространством, что это? Береги. Ой, да блин, ну как же так? Да, ау! Блин. Всем привет, котята, меня зовут Лана. И да, это та самая лучшая игра. Извините, так должно быть. А есть ты тут, подожди, ты тут есть еще? Да, пятое место. Пятое место. А прям русскими буквами. А точно я? Может, какая-то другая? Я думаю, ты. Ну, 1205, смотри. Но это я-то. Это за ты, это да. У меня есть кошелек. Тут, наверное, у всех есть ковер, деньги. И ведерко для конфет. Вместе с конфетами, кстати говоря, что приятно. Так мы их уже собрали. Да, не может не радовать. Выглядит все очень жутко. Можно я переоденусь да в я свой, тоже уже свой хочу типичный стать... наряд? Наконец-то... Вау! Извините. Воу. А вот ты уже все, ты уже выбрал. Нет, блин, нет. А я даже я не знаю, какой вот этой. А я вот этой. Стоять. Смотри, какая шикарная. У нее вуаль прямо. Слушай, она похожа на кого-то из семейки Адамс. Я длинноногое привидение. Вот такое вот красивое, вообще не могу. А ну-ка остановись. Ты больше на лампочку похож, если честно. Там можно посмотреть снизу, если смотреть. Я человек все-таки. Ничего. Ух ты, симпатично. Да, такой симпатичный. Ага. Выглядит прикольно. Ну что, пойдем смотреть, что тут вообще изменилось. Давай. Тут какая-то лавка. Ой, скелет! Может, тут тоже что-то новое, Лан? Нет? Ну давай посмотрим. Я не могу. Ой, я застряла. Ты куда? Не знаю, у меня волосы зацепились теперь. Слушай, ну вроде бы не то, чтобы что-то супер новое, но вот слева там... это новое. А, да, слева два точно новые. Еще таких, которых мы не видели? Вот, погляди, погляди, где ты? Я очень сложно залезаю наверх. Вот, гляди. Я не могу. Ты же видишь. Вот эти? Так они там были внизу. Вот эти. Ну вот этот. А, да? Да. Ну капец, пока. А почему мы, кстати, выбрали те, которых там нету? Ой, извини, господи, я уже смотри, там смотри, все смотри, хорошо. Смотри, 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 смотришь? А ну-ка. Ой, ой, ай, 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 блин, упал с капец, лестницы, ну капец. Ты вся поломалась. Твои ноги такие длинные, лучше побереги. Ой, да блин, ну как же так? Да, ау. Блин. Что ты смеешься? Ой, да блин, да развернулся на тебя слишком резко, капец. Так, посмотрим, что тут. Знаешь, мне кажется, что это из-за того, что ты ничего не видишь. Не утони, пожалуйста. Йоши, мне же... Вылавливать? Вызволять. Ага. О, подожди, это новый дом? Да, довольно такой какой-то мрачный. Ну, мне кажется, это дом, связанный с обновлением. Пойдем. Мне кажется, этот дом подходит для меня. Ёлки зеленые, а. А ты что-то увидел или только услышал? Он рычит. А ты что, реально ничего не увидела? Нет, ты забрал мой скример? Подожди пока тогда. Сейчас, вот выходи. Ушел? Нет. О, господи! Вот-вот, я так испугался, блин. Да блин, опять, вот это вот надо зайти же. Ну хорошо, что ты меня предупредил, потому что иначе... Да хватит мне показывать. Спасибо. Ну я испугался прям. Ну, я представляю. Вот тут в воздухе предметы висят. Оркестр целый. Ну типа... Ну да. Призраки играют. Ну да, это по твоей части. Это по моей части, да, это мои друзья, если что. Мои друзья. На втором этаже ничего вроде интересного. Я не могу, у меня волосы везде зацепились. Господи, боже мой, Лана! Что такое? Что, на второй этаж? Пожалуйста, спаси. Он убил меня. Извини, пожалуйста, так уж вышло, что там. Я не знаю, кто-то. Так, снова нужно стать прекрасным. Давайте меняем скин, я теперь буду вот этой девушкой. Ну, тогда я вот это. Ну, прикольно. Я тыква, а ты ведьма. Скулы, да, мощные. Подожди, мы еще не видели, может быть, здесь что? Ты че такой, Йоши? Одержимые, посмотрите. Зовите экзорциста. Так, а тут у нас все то же самое. Я зашла посмотреть, что у нас здесь. Но здесь ничего. Конфеточки, а ну-ка. О, Йоша, у меня две сумки с конфетами. Да хватит, что ты делаешь? Слежу за тобой. Одна со скином? А другая так. Ой, смотри, там тоже что-то новенькое. Не пугай меня. А как это? О, боже, посмотри, сколько там домов. Опа, это наш, это нам. А домик на дереве был? Йоша, уходи, он бежит. Ничего страшного, смотри, я вот так умею. А как ты это делаешь? Я уже забыла, как это. На буквочку Е. О, русская.
Спасибо. Ну все, отлично. Пусть он тут ходит. Я ему почешу макушку. Я в ногами, его дом видишь? Забралась. Кажется, ему не нравится. Я не вижу, подожди. Да что ж я застряла? У меня голова слишком высокая. Но ты немножко высоковата. А вот так? Не-не. Вот смотри, вот я сейчас к нему прям совсем подлечу. Вот, видишь? О, нет! Ты умрешь. Нормально. Не умру я. Я пятки ему засунула в голову. Ну все, пойдем дальше. Погнали. Тут тот дом на дереве, который они передвинули, правильно? Слушай, а чего он за нами бежит? Он же не должен нас чувствовать. Чувствует, он хочет нас убить. Я не хочу, чтобы он нас убивал. Давай попробуем постучаться вот в этот домик. Дом номер 002. Здравствуйте. О, тут дверки открываются, ёши. Здравствуйте. Но кажется, тут что-то произошло. Здесь что-то произошло. Угу. Угу. Надо ножик лежит, как ни в чем не бывало. Ну, значит, его ладно, не я не могу, я слишком всего. Высокая, не могу сюда пройти. А ты пролети. Ну, чё ты? Чего? Ёж, ты где? А, меня выкинуло из дома. Кажется, это я тебя выкинула из дома, потому что у меня волосы, он теперь куда-то туда и указывает. У меня волосы тоже, видишь, куда? О, боже, тут наш друг стоит. Да, просто чел. Я полетела. А, в общем, в этом доме совершено преступление, либо они очень хорошо подготовились к Хэллоуину. А вот здесь, вот что у нас... А может через окно, чтобы не приходить... Я себя чувствую мухой этой, знаешь, такая... Да-да-да. Которой очень надо... О, нормально, через дверь можно пройти. Да не иди сюда. Слушай, а этот дом мне нравится, он достаточно такой... Да не трогай ты меня. Вот почему он не может отстать? Я нашла хороший, красивый дом, он сюда приходит. Слушай, ну здесь, кажется, даже ничего не происходило. Да ты что? Очень даже стильный дом, очень классные комнаты. А, да, такой вот, вот девушке, как вот это, мне кажется, очень подойдет этот дом. О, господи! Это я. Меня напугало? Привет. Привет. А, мы идем на вечеринку, да? О, да. Ну, пойдем. Ой. А тут что? Я тут была? Да, я тут была. Это еще одна комната. Это гостевая. О, господи, он за диваном! О, нет, Ребекка, бежим! Ребекка, почему я Ребекка? Я не знаю, потому что ты похожа на Ребекку. Почему не Софи? Я не знаю! Капец, Ребекка. Он прятался за диваном у нас. А ты тогда знаешь кто? Я Хлоя. Ты тогда Карен. Ну или... Нет, почему? Ты Карен. Я не Карен. Ну, мне так придумалось. Я, может быть, и Ирма. Нет, ты Карен. А как ты зашел? Все, я поняла. Я уже вышел. Он уже за мной идет тихонько. О, боже, в переулке. Осторожно. Да-да-да, я ушла. Тоже, кстати, очень красивый дом. Мне нравятся тут картины такие дорогие. Да, он больше. Только тут почему-то сразу выход везде. Если что, тут ты сразу... тут есть лестница. Я пойду. Мне, правда, за волосы тягают. Мне это не нравится, когда со мной так обращаются, конечно. О, тут очень интересная душевая. Не совсем стильное, мне не нравится. Знаешь, такой дом вроде дорогой, но какой-то безвкусный. И комнаты очень странные. Зачем мы вообще ходим по чужим домам и оцениваем? Непонятно, оцениваем дома. Я тоже не понимаю. Мы неправильно проводим Хэллоуин. Да? А как надо? Забирать у них типа конфеты? Стучаться, да, но конфетки никого там нет дома. Попрашивать. Мы даже еще не решили, наш дом или нет. Но врываться в дом, это не круто в любом случае. Но мы убегаем от маньяка, нам можно. Думаешь? Ёши, смотри, какой шикарный дом. Вот этот мне очень нравится. Так антуражненько, да. Он очень жуткий. Да. И что же здесь происходило? Но мне кажется, что я не хочу знать, что здесь происходило. Это точно. Иу. Тут точно водятся призраки. Да. А вот этот дом большой и красивый. Вот там вот что можно... Ты в окно вылетел? Да, да, я, да. Вот это для меня. Это будет мой дом. Чё там, маньяк оторвался от нас? Да, вроде. Мне не нравятся, у меня волосы эти что-то плохо тянут. Да мне меня тоже вниз. Не нравится. А еще из-за этих волос я не могу ходить нормально. Да, вот это мне и не нравится как раз. Приходится летать постоянно. Да, что даже есть тестозамешивалка. Ого, вот тут, конечно, богатые здесь живут люди. Да. А еще они любят странные геометрические фигуры. Что это за островок кухонный, похож на утюг? Это, как это называется, это пятиугольник, как же это, пентагон. Но он не такой, это реально утюг. Это утюг, да, но пятиугольник, значит, пентагон. Ну, возможно, спальня. Что у нас тут? О, это прачечная маленькая своя. Ага. А это гараж, и ни одной машины, все, я обиделась. Что это такое? Я надеялась, что тут будет машина. Конечно, я тоже. А нет? Так. Нужна лестница срочно на второй этаж. Но сначала просто посмотри, так залети. Здесь.
Да нет, я не могу. Застряла. Господи, как же сложно быть вот такой вот девушкой и все время обо что-то бьешься. Слушай, у них реально какие-то странности с пространством. Да. Что это? Леша, зайди сюда. Капец. Куда бы мне пойти? Ага, пойду сюда, ага. А потом. Ага. Угу. Гардероб. Ага. А, о, Ёши, смотри, тут еще. Заходи еще в ванну. Одна дверь. Пойдем. Реально. Да. Смотри. А тут что? Да елки-палки, ну тут что? Куда мы попали? О, это еще одна спальня. Что это за аниме, девочка? Не знаю. Я тоже не знаю, кстати. Ой, ладно. Хотя, может, и знаю. Слушай, надо выбраться отсюда. Мне не нравится. Где наш мне маньяк? Мне некомфортно тоже. Где да. наш маньяк? У них есть бассейн на заднем дворе. Опа, направляемся туда. Слушай, твои волосы, по-моему, обезумели. Я только что да видела, что их, я как обезумел. Будто это молния в небе. Меня, какой-то меня, маленький блин, бассейн. Кидает повсюду. Слушай, знаешь что, Лан, я ресетнусь, наверное. Нет, хотя не нет, умирай. Нормально, я повезло, чё? повезло. Смотри, я уже искупалась. Он ну, как, я вот купаюсь, но уже тоже искупался, да. Да. Ну, мне смотри. До колена примерно. У них даже на заднем дворе есть палатка, чтобы... Понимаешь, у них настолько огромный участок, что они могут ходить в поход на своем участке. Нормально, слушай, я бы тоже такой хотел. У них в палатке, блин, iPad, кажется, и журналы. Интересно, ну-ка сюда. И Apple-овский блокнот. Нет, это MacBook. Так вот, iPad! А, ой, нет, это iPhone. Это iPhone, что он такой широкий? Это iPhone, что за просто модель? Немножко, ну, немножко расширенный из-за Roblox. Супер Макс версия. Не-не-не-не, там, судя по экрану, это, знаешь, типа просто какой-то обычный там, типа четвертого или там 3GS, вот этот вот. Понятно, ладно, тогда они не такие богатые, они только хотят показать, что они богатые, я все поняла. Ну, слушай, я не судил бы по айфону, я бы скорее судил по дому. Ну, дом у них очень странный, мы еще, кажется, вот в этом не были. Давай, зайдем, значит. Я на крышу приземлилась, извините, пожалуйста. Карлосон, так. Ты теперь Карлосон, если что. Нет, я Хлоя. Нет, ты Карренсон, ты Карренсон. Они, о, боже, Ёши, они очень Ёши. Любят Англию и... А, да, и Америку. Иди сюда. Что? Как тебя там? Ребекка. Я нашла идеальную комнату. Вот эту, проходите так. сюда. О. Спасибо большое. Знаешь, спасибо. Я в детстве нравится. Мечтала о такой комнате, чтобы это была да, моя, кстати. И я такая туда залезла, и все. Жиза, слушай, очень жизненно. Ой. Ну, поэтому в детстве и строишь вот эти вот всякие... Да. Ну, как, типа, штучки эти. Да. Из одеял и стульев. Так и есть. Блин, мне так это нравилось, капец. Я бы даже сейчас построил. Да я бы тоже построил. Второй этаж. Знаешь, это странное предложение просто. Типа другу. Да-да-да, подруге другу, типа это. Приходи. О, смотри, вот это вообще круто. Да-да-да, прям такое даже можно. Ну, короче, не обязательно там стоять, можно даже присесть или прилечь. Да. Тоже интересная квартирка, но кажется, мои волосы скоро меня сведут с ума, я просто не да, могу. Да, поддерживаю. Ладно, предлагаю действительно немножко умереть и, возможно, выбрать другой образ. Ой, какой же скин из этих мне понравился больше всего, я даже не знаю, но я еще вот этот не примеряла. О боже, у нее руки вот так вываливаются, это страшно. Я тоже буду такой же. Да? Ёши, у нее глаза закрыты. Ты видел? Да. Спит. То есть она такая, ну раз, не, она, наверное, забыла дырки проделать в этом пододеяльнике, и такая, ну раз так, я вообще не буду смотреть. И да. все. И вот такая, я иду. Ой, ой, помогите. Ой. А потом она такая решила, ну может быть, если я буду за рулем, то будет лучше. Да-да-да. Такая... О, ты видел этот скелет огромный? Да-да-да. А, ой. Ёши, присаживайся. Слушай, блин, это очень классно выглядит, смотри. А ты... Ты, может, на свою, да, машину? И вот и мы поехали. О, господи! Смотри, как я умею, а? Нормально ты. Дубасируешь, я бы сказал. Да вообще. Ой. Так, ну мы не были в стороне Макдональдса. Может, там тоже что-то есть прикольное теперь. Подожди, это гробик. Маленький гробик? Ну мы в него с тобой точно не влезем, смотри. Да что ж такое-то? Ну хорошо, наверное. Ну хорошо, хорошо, но здесь была крыска. Значит, не для нас. Здесь была крыска. Может, крыска все? О, боже. Нет. Крыска, но она всё. Была злая, крыска? Конечно. Я не знаю. Все жалко. О, смотри, можно переодеться. Или нельзя? Да? Нельзя, наверное, нет, я не нельзя. Знаю.
Но мы же уже не можем, потому что мы подождите уже переоделись. Здесь. Я жду. Мне нравятся гвозди. Можно мне немножко гвоздей, пожалуйста? То, что нужно. О, ты тоже присел. Нет, пойдем. Нам вообще не туда. Я хотела посмотреть, чтобы здесь что-то было классное. Угу. Это моя машина, да? Блин, тут полк мне совсем не нравится, конечно. А как определить, где моя, капец, где твоя машина? Капец, он огромный. А какая разница, они одинаковые? Да. Ну, допустим. Мы с тобой хорошие подружки, поэтому... Можем поменяться машинами, да? Почему? Да, конечно. Так. Да что ж такое? Я вот столб нашла единственный на всей этой парковке. Мне хочется заехать в магазин и посмотреть. Может быть, там тоже что-то изменилось. Может, там продаются тыквы хотя бы. Но, оказывается, очень весело ездить по магазину на этой машине. Да. Она безумная, но это прикольно. Переверните меня. Нет. Может, я перевернусь с помощью сумочки? Нет. О, я перевернусь с помощью прыжка. Это неплохо. Может быть, я пора застрял. Купить себе... А ты прыгни. Ты где? А. Не так застрял. Я хуже застрял. О, боже, у тебя колеса за это там совсем. Но я тебе дымят. Могу только свою машину предложить. Не, спасибо большое. Пойдем пешком. Ладно, мы можем летать. Мы... Да. Да, оказывается. Смотри, вот они продают тут эти. Нет, тут более новые версии продаются. Нет, вот это как раз-таки уже и iPad'ы. Вот это. Ну да. А у тех нет. Ну что, ну да, айфонов тут нет. Мне кажется, они в палатку себе загрузили то, что такое уже примитивное. Слушай, а ты помнишь, может быть, совсем старый iPad выглядел как iPhone, у него программка нет. Внутри? Нет? Нет, нет, нет. Я прям помню, ну, я прям могу их отличить. Ну, слушай, ой, маньяк наш, смотри, стоит там один. Денюшник, пойдем его навестим под конец уже. Пойдем. Эй! Мистер маньяк, ой, бежит ко мне, рад меня видеть. Соскучился. Конфеты будешь? А чё он... О, он к тебе пошел? Я. Нет, ну держи конфеты. Ну возьмите конфеты, ну пожалуйста. Ой, да. Ты, сказал мой персонаж. Ну, о боже, я не видела, что на фонтане есть привидение сверху. Возможно, мы много чего еще здесь не увидели, но в целом мне нравится атмосфера. И, господи, посмотрите, реально это так жутко выглядит, я не задумывалась еще, но это выглядит очень жутко, когда Йоша в этом скине летает. Как будто действительно а какое-то привидение. А я внизу, я не стала уже переодеваться, я устала чуточку от этих безумных скинов. Ну, в принципе, мне понравилось обновление, так что надеюсь, вам тоже. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!